Перехожу к резьбе орнаментов на боковушках. Начну с плетенки, переношу ее на эту часть. Здесь провел основную линию шириной 5 мм и сделал разбивочку по 5 мм. В эту сторону отступил 2 сантиметра, и нижняя часть у меня будет тоже полоски по 5 мм. Ширина вот этой полосы 5 миллиметров. Все так и разбиваю. Теперь здесь кружочек можно с помощью линейки и вокруг него такой же ширины ленточку. Потом разлиновать, как они будут идти. Какая ленточка под какую будет заходить. Все, теперь вырезаю сначала по внешнему контуру, потом делаю подрезку, и весь орнамент выделяется. Потом уже убираю все вот эти внутренние. И все, и он проявится, вот эти кружки. И потом уже в последнюю очередь, какая ленточка под какую заходит, выделяется. Такая разметочка, чтобы было немножко поровнее, когда вот сюда пойдет подрезка, она встретилась с этой линией. Теперь подрезаю как раз от этой линии. Если есть подходящий профиль стамески полукруглый, то, конечно, удобнее стамески. Намного быстрее и ровнее будет линия.
теперь с этой стороны. Здесь дальше сначала вот эти выемки вырежу. Потом только останется вот эта часть. Продолжаю делать плетенку, делаю внутренние вот эти кружочки, довольно-таки проблемно их делать. Попробовал несколько способов. Здесь дремелем выбирал насадкой по дереву, довольно-таки неаккуратно так волокна треплет. Эту пробовал ножом-косяком, тоже довольно-таки сложно сделать ровные края, потом уже подравнивал. В итоге вот эти более-менее получились. Пришлось сделать вот такую стамеску из узкого напильника. Сделать полукруг и заточить. Сначала полукруглой стамеской надрезаю. Потом вот этим резачком делаю подрезку. Если аккуратненько подрезать с четырех сторон, внутри получится такая пирамидка небольшая, довольно-таки аккуратная.
Все готово, осталось еще раз наметить, какие ленточки под какие заходят, и сделать эту подрезку. Теперь подрезаю линиям. Как раз китайская маленькая стамесочка здесь очень к месту.